Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такой вот журнал «Все звезды». Это уже такой давнишний, наверное, номер, но все еще 24-го года. Это номер 5, но опять же 24-го года, и здесь у нас на обложке Райан Гослинг. Номер выходил, насколько я помню, где-то на волне популярности фильма «Барби», потому что тогда Марго Робби, да, Райан Гослинг, вот это вот все, и Райан как-то еще долго у них там на плакатиках выходил, но опять же я брала не из-за него, хотя он мне в принципе нравится, особенно в фильме «Драйв», вот. Мне тут зашла Джису и плакатик Итси. Вот, давайте смотреть, что есть в этом номере. В миллион раз напоминаю, что журнал «Все звезды» — это журнал больше с плакатами, да, чем со статьями, поэтому мы его быстро перелистаем. Вот. Ну, он всегда был таким. Я его покупала почти с основания. Там буквально какие-то номера не застала, но с тех пор брала раньше из-за своих исполнителей. Теперь вот периодически беру, если мне что-то нравится. Так, вот это у нас статья про Райана Гослинга, такой вот тут разворотик. Опять же, тут, как всегда, с Бритни Спирс, Кристина Гиллера, Джастином Тимберлейком он был в Микки Маус Клабе. Ну, мне кажется, про это уже знает тот, даже кто ничего, кто вообще не интересуется ни Бритни, ни кем, но вот это вот всегда во всех статьях. Если статья про Бритни, Кристину, Джастина или Райана, то обязательно вот будет какая-нибудь фотка из Микки Маус Клаба. Дальше вот у нас тут Ведьмак. Так, тут у нас много всех. Давайте смотреть. Здесь у нас Blackpink, Jisoo. Кто у нас здесь еще есть? IU вижу. BTS здесь у нас, V. Здесь у нас какие-то самые слезливые песни. Suga из BTS. Так, ну может кого пропустила? Ну ладно. Так, и пошли плакаты. Сейчас посмотрим. Вот здесь у нас Идзи. Так, ну Райан здесь, а большой у нас тут какая-то группа. Какая там группа-то была? А, написано Stray Kids. Какая-то группа. А вот. Ну, как-то так, там не буду уж выворачивать его. Так, значит, что там у нас дальше? Гороскопчик. Здесь у нас всегда в этом развороте наши звезды, что-то вот про них тут. Тут нелепые свидания. Тейлор. Здесь Дженнар Тег у нас, Wednesday 2, кстати, там вроде как, ну не знаю, когда я выложу этот обзор, но пока на данный момент там вроде как трейлер какой-то вышел. Райан Гослинг тут. Вот, я не всегда выкладываю обзор, конечно, когда снимаю. Вот. Джаред Лето вечно молодой. Так, ну и на задней части у нас тут тоже, видимо, Stray Kids. Или просто тут намешано. Короче, кто-то здесь. Ну, Stray Kids, да, написано здесь. Так что вот так вот. Вот такой вот журнальчик. Если вы интересуетесь журналами «Все звезды», то заходите на мой канал, у меня много обзоров, причем есть обзор на журнал прям вот старый-старый, я раньше тоже брала. Ну, в основном там все время будут одни и те же обложки, потому что, ну, вот, хранила тех, кто мне особо зашел. Так что заходите на мой канал, подписывайтесь. Огромное спасибо за внимание, пока-пока.